Известная колумнистка Фэнки Боут писала на этой неделе, что пора положить конец оскорблениям и угрозам в сети в ее адрес. В Твиттере, Фейсбуке, везде сплошная желчь. Разве нельзя выражать свое несогласие вежливо? Могла бы и упомянуть книгу. Мы еще не знаем, о чем она. Потому что ты еще ничего не сдала. Нам нужно поднять большую шумиху, ты понимаешь? Шумиху? Да, хайпануть. Пришли первую часть к следующей неделе, ладно? Не читай комментарии. Ага. Я предлагаю насадить эту шлюху жопой на шест на пляже. Красиво сказано. Жопой на шест. Спасибо. Да. Я долго выбирал формулировку. Хайпануть. Ты опять зашла в Твиттер? Не надо. Я хочу развеяться. Мне тоже стоит выпустить пар. И как же? Будьте терпеливее. Разве нельзя быть просто вежливым? Не ту ты мерзкую шлюху назвал мерзкой шлюхой. Что бы ни случилось, ты можешь мне все рассказать. Без оскорблений. Колумнистка. Смотрите в кино.